прошлом году сделал работу по старым чертежам. Теперь проект изменился, чертежи тоже изменились. И мне теперь нужно, как мне сказали, от этой шнурки копать в эту сторону 50 сантиметров траншею. И здесь то же самое. От этой шнурки взять 50 сантиметров и копать в эту сторону траншею. Также меняются оси вдоль и поперек внутри этого дома. В общем, нужно все переделать. Я стал вынимать грунт из этой траншеи и сбрасывать его на вот таком вот расстоянии. Хотел было копать 50 сантиметров, но мне привезли план фундамента под дом. Вот сяду на эту досочку и будем рассматривать. Все размеры, вот прежде чем копать, конечно, нужны эти размеры. Размеры берутся от осей. План фундамента под дом. Размер в осях 8 на 8. Ну, то есть, если смотреть сверху, то толщина фундамента 500 миллиметров. Здесь вот написано. А вот это вот посередине, это будет ось. Здесь то же самое и посередине ось. И от этой оси до этой оси получается 8 метров. Берем. Раз цифра 500 миллиметров, мы от оси знаем, что здесь получается пополам 250 миллиметров до этого угла. И здесь то же самое. До этого угла 250 миллиметров. Их сложим, получается 500 миллиметров. И прибавим к 8 метрам, получается 8500. Тут получается 8650. То есть я взял вот эти все размеры, сложил, и они соответствуют этим размерам. А вот этот размер не пойму. Скорее всего, вот эти оси и вот этот размер не надо было вообще писать. И здесь то же самое. Оси не надо было вообще чертить и писать размеры. Также не надо было писать вот это и вот это. Оставить план фундамента и все. Вот так надо было сделать. Тут все понятно. Но теперь мне надо же копать траншею. По каким размерам мне надо брать от осей или от этих углов? По идее, это все размеры берутся от осей. Вот я никогда в своей жизни ни разу не видел, чтобы все размеры соответствовали друг другу в конечном результате. Все получается по-другому. Пусть она гостиница, девятиэтажный дом или какой-либо дом с бассейном. Всегда переделаю все размеры, какие они есть. И здесь тоже вот такая маленькая бумажка. Я ее сложу раз и сложу два. Работать я пока здесь не буду. Если я буду копать 50 сантиметров или здесь каким-то образом, либо в ту, либо в другую сторону какие-то размеры брать, не хочу потом копать третий раз. То есть звонить это бесполезно. Все должно быть на бумаге. А в словах... Слова потом едешь, они куда-то исчезают. Все должно быть на бумаге. Такое бывает пока.